Всем привет, друзья! С вами Вадим Дак и Хаос, и мы играем в Hellhaul TD. Напряженная игра, я бы сказал. Да. Я пытался добиться от наших оппонентов, надо ли ромыкашить, они там отбиваются или нет, они даже не справляются с этим. О, начинается. Дим, ты гранда отправил? Гранд, это типа как бабушка. Блин, у меня такая первая сильная волна была, что я хотел всех юнитов построить, то не смог, поэтому построил только паука. Так, чё у тебя сейчас? Покажи юнитов своих. Ним паука. Тролля и последнего. Вот этого тролля. Да, четвертого тролля и последнего, да. И потом ты будешь отбиваться от всего, наверное, что только возможно. О, блин, нифига себе. Они лучницы отправили, и лучницы дамажат, кстати. Самое смешное, лучницы руинят. А я знаю, что лучницы круче грантов. Так, да, все. Я типа на определенный... А, не, в определенном радиусе все-таки. Слушай, а это пристыто вообще ОП, смотри, как хиляют. Офигеть, да реально я... Андрей гранта отправил, офигеть. А ты думал, что я шучу, что ли? Дима лучниц, я надеялся на твое благоразумие, Андрей. Ко мне грант. Никакого благоразумия, это месть. Так это же блюдо, которое подают холодным, а твоя месть еще ты не подул на свое месть, Андрей. Ой, у меня опять мышки. Брал, я могу поставить ген. Сервантов? Что у тебя? А, весь доктор вообще офигенный. Или если мы сможешь. Ну, смогу, смогу. Да, давай, давай. Ну, только не здесь, терсеньки. Что у нас, может, он не выпустит уже. Вот перед, у меня между, ну, тут. Не, лучше не надо продавать. Все, что... Так, сколько еще времени? Вторым рядом его плохо. Либо не нормально, еще сейчас построю. Так, ладно, построй потом. Перед лучницами вот этого, да, гид-гварда. И лучше, да. Гварда. Гейта. И пошли им что-нибудь там, ящериц вот профиль. Блин, достроил. Так, ну я сейчас вроде сильный и изи отбиваюсь. Можно, кстати, анархию качнуть, которая снижает, типа там... силу боссов, рано качнуть ее и рано боссов пройти. Прикольная тема, она же по полтинничку качается, но надо 10 раз качнуть. Интересно. Старт игры хорошо вообще... бы не вхиляли все джайант. А сколько у них на соточку, да, наверное? Не знаю. Ого, нормально. Юнитов показали. Хильнули. Слушай, а, кстати, они хиляют какую-то адекватно сейчас. Четвертого они раньше вообще хиляли. Построй, когда-нибудь подряд сейчас. Лучше. И двух троллей. Реально раненого. Во, иди доктор. Слушай, офигеть, конечно, хилстрата, вот она. Че у вас там за страты уже какие-то опасные? Жалко не замаксить, конечно, уже. У меня, кстати, тоже вич-доктор выпал. Ну ты силач. Давайте обсуждать какой-то интересный контент. Да, давайте, да нет. Давай. Нет, давайте не да нет. Ну, чувак лежал без сознания на улице. Потом его арестовали. Вы понимаете очередность видосов? Если что, это для людей. Мы не обсуждаем реальный случай. Нет, это реальный случай. Почему? Давайте обсуждать. Вот я вчера иду, чувак лежал на улице. Потом послушно в Кронштадте пишут, что его арестовали. Так и есть. Так, ты все сделал, да? Да. Двух троллей построил, одного карантина, ушла. Какого хрена он на улице лежит? Молодец. Ну, ну потом наслед... Ну этот, виспов, у тебя есть виспы? А у тебя виспов вообще нет. Чуть виспов построим. У нас это, короче, Андрей, если вот мы максимально невезучи, то мы вообще не отобьемся. И наоборот. Почему? Потому что вот эти вот три юнита, они дорогие. То есть вот это вот, да, у нас в основном убивается. И у них у всех шанс ударить по области. В смысле, у тебя паук сильный? Чё ты паука вообще не загрызил? Знаю, потому что он не становится прям сильнее на эти дни. Ну, из него юниты выпадают, да, он толще просто становится. Не, ну там яд-то тоже посильнее, но мне кажется, вот эти вот ребята, они... Ну, типа фронтлайн просто, более протяженный. Чтобы хилером не ходили всякие. Чтобы не хиляли мы кого-то. Так, медведя сейчас построю. А кто у тебя за медведем следующий? А это некромант или что? А. Ну, петло, не знаю. Можно, в принципе. Прикольно, если бы Пандарена в русской локализации звали бы Пить Лорд. Пить Лорд? Типа, а, панда, которая Алка панда? Да, забыл. Да. О, у меня третий раз паук выпадает, забавно. Что, Макс? О, дерево и кентавр.
блин. Нужно больше ферм. 500 хп. Ну, кстати, он пожирнее становится, из него выпадают паучки, и яд становится сильнее. Ой, ладно. Нужно его улучшить. А, замедление тебе выпало. Да, я уже отменил покупку. У меня сейчас двух минус армот. Да, молодец. В пятой волне обязательно улучшу вот этого дядю. И еще когда-нибудь надо улучшить тролля, он будет давать ауру на атак спид. Че, грантов на пятую? Андрей все мстить пытается. Но я боюсь, что ничего у него не получится. Он будет только больше злиться, отвлекаться от игры. На злость? Такой типа, му, надо позлиться пойти. Да, я занят, я злюсь. Но там есть уголок в комнате для злости такой. И что должно быть в уголке для злости? Есть же типа уголок, там, не знаю, с иконами. У вьетнамцев есть там этот под культ предков, там алтарь стоит. А уголок для злости, что там должно быть? Там моя фотография проткнута иголками, что ли? Да, кукла кабинка. Так, я хочу этот. Блин, я приблизил камеру. Все, жопа мне. А как там, что, зум? Зум 1000? По-моему, Alt-Q. Я просто в небеса улетел, короче. Вернись. Так, оставь. Жесть. Так, у меня дерево есть. Зум 50. А 50, кстати. Ну так лучше даже. А почему 50? Лол. Между 1000 и 50 не такая-то разница. Ну-ка, если 100. Лол. Блин, этот орк ворчив такой на боте. Знаешь, ну хотя... Чем я займусь все видео? Буду зумить. Ну ладно. Ну то зумер. Так, а зумер это, кстати, какое... Когда поколение? Чё дерево? Блин, мне тут телеграм пишет, надо его закрыть. Так, сейчас надо понять, что мне строить, что строить, что тебе строить. Это дерево сзади построй, да. А медведь ты белого построила, нет? Тогда построй. Блин, это рядом с питлордом такое дерево. Ещё. Чего оставить? Не вывернуть, выверну. Ставить не. Да нет, наверное. Ну хотя на боссов. Не улучшать, наверное, просто только вторую. Ну да, пока поставим, да. Так, 200 у меня хп. Это... О, я же хотел уже мага сделать. Что, чемпион, наверное, может, легко должно быть, по идее. Чего чемпионы? Вообще, по идее, мы не должны отбиться, потому что сейчас воздух, а у нас, типа, все ОЕ по земле. Да, но у нас замедление главное есть. Это очень влияет почему-то на воздушные волны. Ну, блин, замедление пошло танчить офигенно. Ну, замедление это влияет, потому что так-то воздух бьет весь, а так он распределяется. Так, а что у тебя там медведь есть, да? Первый, кого убили, это замедляющий медведь, который стоял на третьей линии. Медведя построй потом под улучшение его. Ну и паука можешь построить, в принципе. Ну, в общем-то, мы и не отбились, да? Значит, у меня виспы стоят. Да вы что, все, наиграли, что ли, или что там? Да. Да. Да лол. Не, у нас волна, кстати. Офигеть! Там... Ну надо как-то балансе перераспределиться, я не знаю. Вам, чемпиона мира по ЛТД. Какого-то. Свету. Не знаю, я вам рабочих буду отправлять. Я уже не знаю, что отправлять вам. Да, вы заинкомили. А, я же анархию хотел качать, ёпперните. О, а что вообще не дамажит? Волна не дамажит? Ну нет, волна дамажит. Ого! А что это вы сделали? Волна. А, волна, она просто... А так спит, кстати, на 3,5 секунды бафует. Волна. Офигеть. Фига себе. А вот это баланс, ну, вообще, по сравнению со станом туда, который там дамажит еле-еле. И ничего не дает. Ну да. Добей там, ты чего этого, босса бьешь? Да. Ну мелочь лучше добить, мне кажется. Так, в смысле? Ладно, мы и так убьем. Так, давай подумаем, что тебе за... А, я тебе уже говорил, да, медведя и этого... Медведя 10-й там улучшить или когда-нибудь там... А дерево улучшить? Ну, да. Дерево спереди лучше. А сзади вообще не лучше. Так, лучше второго паука. Так, тролль. У меня куча аур, конечно, это круто. Так. Че, попробовать мину? Нет, Дим, не надо.
Ну ладно, да нет, за 10 голды ты можешь. Ну за 10, я думаю, она не будет очень клёвой. Нормас. Так, качаем анархию. Не то. Челлендж чемпион, не то. Так. Пятый левел. Чего? А мне дерево нет. Пока я не качаю ничего, да. Так, восьмой левел. У меня еще два левела, и у меня будет супер слабый босс, получается. Ну вот, на седьмой и проверим. Так. Кстати, прикольно, смотри, как. Ой, ёпрсты. Будь здорово. Спасибо. Так, сирену улучши. Двух капитан. А капитан у тебя один или тебя нет капитана? Нет. Капитана двух построй и сирену. Ну, кстати, с миной хорошо получилось. Сирена под улучшение. А тролль у тебя не улучшен еще, да? Вот этот? Нет, вот этот тролль. А, вот этот? Нет, не улучшен. Вот его надо тоже будет улучшить. Так, ну что-то все прям хорошо. Я совсем ничего не добиваю. Ты не думал, Андрей, строить войска, чтобы, типа, отбиваться? Нет. Он не думал, да? Ну это глупо. Есть еще какие-то глупые предложения? Так. Строить войска, блин, ты скажешь, конечно. Ну да, да, я понял, глупость сморозил. Опа, а что-то юниты свалнулись у нас? У вас? Да. Так, что, челлендж и чемпион? Посмотрим. Подписчики писали, что если, типа, сделать вот эту штуку, ну, типа, анархию, то босс очень слабый. Я на самой сильной волне вызвал босса. Он слабый против короля. Против тебя нет. Чего, босс? Или ты качнул 10 раз? 10 раз качнул. Офигеть. Так это 500 дерева всего. Да? Да можно и без сирены, в принципе. В смысле, ты... Один раз 500 дерева, ты чё? Анархия 50 дерева стоит. А, проволок анархии. Типа пуджит чемпиона? Хотя не знаю, а вы чемпионов вызвали? Нет. Я бы сравнил вашего чемпиона со своим. У меня 1530 хп и 100 атаки. Сравни, не знаю. Он со Светой, вызовите оба. У него, да, выходит, что мыслили. У него этот, короче, атаки получается в 3 раза больше всего, чем у обычного крипца. А всяких этих, там, аур и так далее. Нету? Ну, есть что-то вроде. Ну, короче, я отбился. Мне кажется, что с тем чемпионом я бы мог не отбиться. Я уже не знаю, что вам посылать. Навел на катапульты, но думаю, ладно, сейчас сольют. Так, ну-ка, что у тебя есть? У меня есть хэдгихох, который почему-то... Что, мне тень нужна? Кабан. Не, это тень не нужная. Ну, близко десятая. Можешь построить этого... предпоследнего и улучшить его к десятой магичкой. Я, кстати, вообще не знаю, чем нам дев к десятую. Отков, ну, в арчив в грейде. Ну, может. А, может, гидру можно. Сейчас, по крайней мере. Против ренжей. Вотчеры фигня. Кавка бы этих, господи, грифонов бы. Капитана улучшать не надо? Одного. Грифона вообще ОП. Грифоны сильные против босса? А у тебя есть деньги на грифона? Да нет, конечно. Всегда были. Уже нет. А что ты построила? Ты все улучшала, да? Я улучшала вот это. А, ну ладно, да ничего. Они сильные против черепахи, так прям вот в больших количествах, а против первого босса? Да почему нет? Просто, ну у нас же типа на меде боссов много очень будет. А, или ну... просто то, что отскок очень тащит. А, у вас-то да. Не, я просто про свету. Я думаю, может, что-то неправильно посоветовал. Но, наверное, лучше все-таки, чтобы был там адмирал, там все вот эти вот чуваки. Ну, если в целом все нормально, то да. На будущее. Может, нет. Какие-то у нас милишники, конечно, отваливаются. На десятую не шлем, напоминаю. То есть, если хотите слать, то сейчас давайте. Хочется хоть раз поиграть подольше. Сейчас тебе главное вот к десятой строить что-то убивающее.
Нажимай ZKDN. Тыкс, блин. Проблемы с убивающим. Нет, танки отстой. Не знаю, можно, конечно, тележи. А, о, этих моржей. Моржей построй штук 20. Да, реально получается, делаешь вот эту анархию, и у тебя чемпионы очень слабые, и ты на халяву все там фигаришь. Блин, я просел единственное по грейдам, блин. Хотя... Можно, конечно, пока и не грейдить, в принципе, тут времени немного. Так, ну, моржей, да. Тебе строить моржей, получается? Вокруг, типа, ну, впереди. Ну, вот так, построй как-то их слева. Типа, отзывай. Контроль. Понятно. Так, я тут. Волна, волна, волна. Дима, волна. Вы же пора уже? Ну, не знаю. Ой, что-то все волна. А они горят. А они догорят? О, они догорают, ёпрста. Реген, качайте. Главное, вы 20 атаки качнули с волной? Это не мы. В смысле? А, понятно. Кто-то пришел, конечно. Я так и понял, да, да. Хотя вы так долго отбиваете, я так понял, все-таки надо сделать грейды. Это надо. А тебе что там? А, по виспам я могу у себя посмотреть. 4-3 у тебя. Ну, еще там одного-двух виспов построй. Ну, одного, может, да. Дим, там волна не откатилась? Нет. Ну, реген, качните хоть 1-2 раза, блин. Ты про, наверное, да? Да я Вадим. Ну, судя по тому, что вы уже третий раз сливаете. Да, и знаешь, мы сидим, у меня, короче, 8 тысяч дерева, и я такой, не буду ничего играть здесь. Не, я как раз-таки сам забываю делать грейды, и поэтому и напоминаю вам, что... Так. Ну что, реально двух фениксов построить? Воу. Ну ладно. Я усилил мозги. Угу. Посылайте сейчас, если хотите посылать. Загрейдить его, наверное, да? Чего? Загрейдить его? Ну, вообще, наверное, тролля лучше. Все-таки тролль для всех. А нет, ты улучшай их, улучшай. Загрейдить. Ну и вот, как бы, это твое занятие. 270 голды, я, ну, мне не буду потратить. Занятие на следующую волну. То есть все очень дорого улучшается. Ну, а новую фигню строить как-то. Можешь капитанов и тролля, и тролля чуть левее построить. Не, ну дерево ты бы мог на скорость только передвижения поставить. Нужной кнопкой. Я бы не сказал, что... А, оно только сейчас появилось. Вот, ну это уже свапнуто. Кстати, ну можно было на самом деле. Ну потому что прикольно, что у нее большая часть отвлекается. Медведя? А если бы она дольше шла, еще больше бы отвлекала. Ну построй медведя тогда, да. Но так тратить деньги на это. Мне что-то хочется прям реально очень хорошо отбиться на 10-й, я вообще не инкомлю. Вот не знаю, правильно или нет. Наивно. А, типа вы сольете просто, да? Понятно. Да я всю игру, точнее все вот эти вот игры сижу и такой, давайте, 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 пацаны. Я больше за вас волнуюсь, да, чем... Че качать нам ХП, интересно? Наверное, ХП с этим... Я думаю, мы отобьемся. Волну. Не, ну сейчас. Понятно, а вот дальше. Много вопросов. Ну, атаку надо 100% на максимум качнуть. Че, вы проиграли, что ли? На самом деле это выгодно. Ну да. Типа, а у вас сколько там грейдов? Мало. Ну, хотя 0% баунти. Надо было, короче, 9-10 сделать, блин, и не париться, а то вы 10 лет отбиваетесь. Так а знаешь, как на боте в ЛТД играют, там, типа, если ты сначала, вот у тебя нет ВПшных юнитов, ты просто не строишь их и все. И типа только Дима, не помнишь. Дима, не отбивайся, слышишь? Вы, плохо походу, стратегии с бота используете. Плохо контроль. У нас реген нормально работает. Че, есть? Просто, фух, чуть не хильнул. Слушай, стоп на W. Колбасер по пояс голый.
Давай, давай! Сейчас мы доградим короля и идем прекрасно. Подожди. Давайте добивайте уже. Да ну не, рано. Мы не доградили еще короля. Вот, кстати, вот этого выпустим, что-то может надо. Да у нас уже эликен положительный. Что-то надоело. Ура, наконец-таки. А то я думал, телепутут поселился. Так, улучшаем вот это. О, кстати, я пацана могу взять. Хотя, наверное, не только я. Я бы этим не гордился. Вновь ставьте молодым. Офигеть, у меня ровно 170 голды осталось ненужных. Ладно, я приста построю. А, блин, не, у меня вот этот... Чёрт. Ну, дерево точно поставить. Поняла, да, как перемещать обелиск вот этот? А, перемещать. На этот, на скорость. Ага. Ну, и я бы на том месте птичку лапнул. Слушай, у меня 195 голды, она 200 стоит. Продай скелет, наверное, или бомбу. Или мину. Нет, мина за вообще там она за копейку продается. Так? Да блин, нет, ну чтобы она на этих твоих пацанов. Ты пацанов улучшилась? Ну ты сказал вот тут. Вот, посередине я сказал их. Нет. Слева. Что, я сказал слева, да? Да. Ну, короче, это аура нужна была на пацанов. Че ты его слушаешь? Ого, а че под ним какая-то желтая полоска такая. Почему у нас 21 вышел? А у нас 20. Мина такая бух. Блин, у меня минус армора нету, это, конечно, очень плохо, но я, скорее всего, должен отбиваться, потому что я отбилась, чемпион. Да, наш минус армор недолго жил. А, не, я, походу, слил, что ли? Я не буду на это смотреть. А, не, я отбился, ну так. А, не, у меня еще феникс, фулл мана, фулл хп, так что нормально отбился. Ну, если бы у меня был минус армор, на самом деле, все шло бы хорошо. Все, делай грейды на виспов, туда-сюда, там. Посылай юнитов. А, у них 12 боссов, забей. Короче. И мне опять напишут: Вадим, делай видео подлиннее. А что там еще какие-то royal present, а ты что за... Ну если 10 раз качнете. Это, кстати, очень сильно короля улучшает. Ну да, это прям... Не забывайте вейв сразу кидать, чтобы так спид был хороший. Кстати, вы там нормально выщелкиваете. Блин, презенсы качайте там свои, я не знаю. Перфекты. Я так уже тут. Ну я похилю первый. Давай. У тебя хил не серый, что ли? Че, 7 боссов осталось из 12, но скорее всего не получится отбиться, да? Ого, блин, офигеть, он после вейва какой-то бешеный. Ну да, там 50%. Да не отбились вроде. Ну да, только похилять не забудь, нормально. Ну блин, еще и нормально хилить. Какой-то требовательный, в смысле, да. А после хила типа надо переключаться, да? Не знаю. Так, осталось 5 чуваков, да, все-таки не отбились, к сожалению. Почему? Отбились? Пессимист тут такой, прям пипец. Да я не понял, то я у вас оптимист, то я у вас пессимист, я понял, за кого вы проигрываете. А, ну да, я не учел очень большой реген. Я не учел очень большой реген. То есть там 7 дамажит 2 раза больше, чем 5. Из-за регена. Ну, не дамажит, а... Математика с Вадимкой. Да. Высшая практически. Не дамажит, а... Убивают быстрее его. Снимают хп. Нет, снимают хп-то не одинаково. А вот реген... Чё-чё? Да. Сейчас можно продолжать грейдить, сейчас будет дуэль. Так-то. О, сейчас можно, кстати, героя уже сделать за 1000 дерева. Угу. Там это, фигач, но он стоп сейчас грейда, то сюда у тебя что есть? А, вертолетик построй обязательно посередине, сзади моржей посередине. Ну, лучше? Да. Моржами, значит, прикрываешься, да? Угу. Гринписа на тебя нет. Грейды вот эти вот? Короля? Грейды нет, но виспов. Ну вот, чтобы это у тебя было много. Ну, 10, 9 виспов дострой обязательно.
О, Андрей 9-9. А что, мы сначала с боссами деремся или что это такое вообще? Что происходит? А, что происходит? Что-то я ничего не понял. Ну, вряд ли вы выиграете, судя по всему. Потому что сзади у меня, вон, бригада моржей. Кто-то там чашками кидается. Ну, даже если вы кинете чашкой в монитор, это вас не спасет. Победа. Заслуженная победа. И не сказать, чтобы сложная. Делай еще там грейды. Ну, сейчас тебе чисто виспов надо строить. У тебя, видишь, много грейдов. Грейды улучшают добычу виспов. Чем больше грейдов, тем лучше виспы. Соответственно. Кстати, я, возможно, героя построю впервые в этой версии. Офигеть. Ну, у вас такие юниты сильные, но что-то как-то... Юниты сильные, а игроки... А игроки на миде. И там милишники, конечно, вообще не решают. А у тебя все маржи улучшенные, да? Хорошо. А, блин, я чемпиона забыл. Крабос. Такие замечательные ребята. Блин, минус забыл улучшить опять. То есть, если вы чего-то сольете, то это... Да из-за этого только сливаем вообще. Так, получается, надо Dark Presence докачать потом. О, а, у тебя куча дерева, можешь героя построить? А почему этот Presence мы качаем? Потому что он лучше. Чуть Андрей уже даже прочитал. А Dark Presence там лайфстил уже есть. А вот он Present 50 регена. Ну ладно. Маржи, конечно, как бешеные. Ну и пассивка 1,6 как бы процентов дамаги в АУЕ. От макс хп. Прикольно. Я что-то Dark Presence начал качать. Качни разочек Dark Presence. А это что? Это мощная тема на короля. Вот в этой штуке, вот в эту вот большую. И оставь деньги на героя. Умираю, до 10 левела докачаем, и герой будет лайфстил. То есть мы будем темными. То есть в этой версии мы редко это делаем, потому что, блин, кто-то постоянно сливает. Обычно это я. Впервые я могу на кого-то погнать и не применил воспользоваться этой возможностью. То есть можно, короче, качать Dark Presence, дает лайфстил, там всякую фигню королю. И... А, есть еще Time Lord Presence. Их тут три, да, получается? Да. Круто. Так, надо не... Ну, Time Lord это типа слово там. Ну, лайфстил, мне кажется, клевый, поэтому я качаю его. Давайте, пацаны. То есть до 10 левела качаем, и наш король становится сильнее, чем Андрей. Нет. Че, вот это? Строй героя сзади. Алтарь. И может это будет? Так, какого героя нам делать надо потом? Большую, ой, это, сирену можешь построить, и, ну, так. Двух гигантов, гидр построить, да. Гигант лучше. Так, что бы сделать-то? Наверное, Таурена воткнул, так спит все равно всем нужен, да? Давай Таурена и ЕМК, наверное, сделаем. Ты хочешь, чтобы я воткнул еще? Ну, потом, да. У меня просто к тому, что, типа, вот у нас атак спит, и атак дэмэдж. Есть, а конечно, вампир... стоит что-то? Ого. Вампирик, я боюсь, нам не зайдет. Так, ну тебе лучше построить... Наверное, лучше всего построить по тму. Она дает ауру ранжевой атаки. У тебя куча ранжей же, да? Да. Все, у меня есть герой. Ну, герой вообще ни о чемный получается. У него плюс 52 атаки. 4000 хп вместо 515. Ну да, то есть баф, короче, не действует. Осталось только отбиться. Что-то один паук уже сдох. У нас жопа будет. В общем, ничего нового. Ничего нового, конечно, да. Прям совсем уже. Анархию качай. Ой, точнее, Dark Presence. А сколько у нас Presence этого? Можешь, кстати, этот, качать на анархию, вызывать себе боссов. Если у тебя, если ты прям уверен, если ты тоже качал, то... Ну, было боссы бы... Боссы вызываются вот тут вот. Себя качал. То есть, а ты еще дерево потратил только.
Ну, блин, это... Да, мы бы успели. Предварительно анархию 10 раз надо качнуть. Ну вот смотри, ты бы сейчас качнул еще 8, да, и 2 бы мы точно накопили. А, ты уже качнула, что ли? А, анархия на команду, оказывается. Лол, я качнул... А, так да. Анархия на команду. Я качнул, и Света тоже может на халяву боссов вызывать. И я втек, кстати. Бедняга. 151. Ведь у вас король не просыхает просто. Она почаще, да, мужик. Или это не мужик, кстати. Ну, Дима это дерево слил, это, конечно, фейл. А, не этот не сделал Dark Presence ваш. Именно так. Мы вас ни разу юниты до короля не доходили, мы все равно уже качаем Dark Presence. У Светы моржи. Чё-то моржи такие ОПшные вообще в этой версии, конечно. Надо, наверное, этих бить. Пусть обходят. Ну да, да. Моржи, да, очень жесткие. То есть сейчас перед каждой волной, разве что кроме 14-й, вот это вызывай. А у вас хил остался еще, да? А, нету, нет, да? Нет. Блин. Ну качайте презенс. Мы продержимся еще... У меня 500 дерева и у Андрея, то мы выживем. Ну вот видишь, как ты тут тысячу говорил. На, да, чё, да, да. Ну кто же знал? Кто знал? Вы же первый раз протекаете. Ну, кстати, мы, скорее всего, хотя не знаю. Но успеешь ты накопить 500? Если ну, успеешь, вот, да. Ты... У меня 300 еще. Да вроде бы. А я-то точно видите. Успею. Ну ты-то успеешь, понятно. Нельзя конец скинуться. Надо бить там, где... Где-то вот сверху надо бить, потому что снизу новые присоединяются, а сверху их нету. Вот сверху бейте, нак. Со всех сторон присоединяются. Нет, сверху нету очереди, а снизу очередь. Ну да, да, да. Пусть они обходят. Ну они, да, пусть они обходят, вверх. Но это они же тратят время на это. Чё, качнули? Нет. Нет. 100 дерева еще. Ух, напряженно. Волну кидай. Вы как будто нету маны. Подтопливаете. Ну давай же. Вот получилось. 5 дерева оставалось. 5 дерева. Друзья, мы пытались сделать видос подлиннее. Не, ну я, конечно, взял себе сильного игрока. Разница между опытом ЛТД у Димы и у Светы 8 лет. Не будем говорить, в какую сторону. Да какого черта, Дима, ты херню какую-то... Да ты даже, блин, вот эти грейды на ХП, зачем ты их делал? Ты понимаешь, что даже вот просто, окей, ты истратил эту 1000. Ну просто не совершай дальше, ты глупости. А это было то, ради чего вы смотрели этот видос. На этом можно и завершать. Всем пока.